Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Поехали! Так, зайдем вначале в магазин, естественно, открывать будем с вами две колодочки. Ну-ка, по-моему, ничего нам здесь не достается, да, жалко, конечно. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, надеюсь, да, там есть какая-то карточка, я вижу, и это у нас Леонардо Ролевой. Вот даже как. Хорошо, так, забираем задание, которое мы выполнили, это открыть колоду. Следующее у нас, поднимите уровень персонажа. Это я, ребята, с удовольствием сделаю. Как обычно, мы идем с вами вниз, в самый-самый низ. И у нас здесь Микеланджело Космос. Давайте его, наверное, и поднимем по уровню. Отлично. Так, ну что, забираем реворд. Кстати, здесь у нас, ага, два осколка серебряных. Три карточки Эйприл Кунаичи. Это редкость просто какая-то. Три карточки. Раньше все время одну давали. Так, три портала, $3 и мутаген. Кстати, мутагена у нас 14 тысяч. Этого мало, ребята. Так, смотрим. У нас Рафаэль. 10 карточек не хватает, ребята, чтобы его можно было бы прапать. Также у нас, смотрите, у Криса 88 уже карточек. Ну и так далее. Уже пошел Зек, потом Леонардо и Рокзар. Ну, я думаю, что мы, наверное, сегодня поищем карточки на Криса. Продолжим это дело. Но вначале заберем здесь, естественно, реварды. Так, забрали, здесь забрали. Пройдите серию испытаний. Давайте-ка быстренько с вами пробежимся. Это дело сделаем. Так, давай, Раф, Крис, Зек, Лео и... Давай Шреддера возьмем. Пробежимся, потом я, наверное, это сброшу дело. Так, кто у нас здесь? А, Ванька Дуралей. Хорошо, сейчас он получит от нас люлей. Угу. Так, киборги. Ну, это для нас, ребят, не проблема. Роботы эти. Опа, не добил. Плохо. Шреддер, Малорик. Так, Раф, твой, как говорится, выход. Бум. Сейчас его положат, по-моему. Ну, добиваем, наверное, да? Отлично. И двигаемся, естественно, дальше. А вот и основная шайка-лейка здесь, ребята. Начнем, пожалуй, мы... Я даже не знаю. Давай, наверное, с мутагеноида. Попробуем накрыть его. Нет, конечно же, нет, ребята, не получилось. Ну, тогда будем хиляться. Шреддер для этого нам поможет. И делаем провокацию. На Рафика, чтобы они его бомбили. Рафик, естественно, будет давать отпор. И тем самым разбирать их потихоньку. Ага, подхилились, хорошо. Нет, не минус училка. Мы вот так еще с вами сделаем. Крисом, как говорится, усилимся. И нет, не будем пока мы с вами хиляться. Давайте просто бомбить. Так, что ты делаешь, а? Ну, ответку бомбанете? Бомбанете, нормуль. Так, теперь мы делаем массовый удар. Шреддер, как всегда, на коне, отлично. Так, добиваем мутагеноида. Потом у нас будет, наверное, училка, я думаю, да? Училка, на самом деле это не училка, просто, ну, похоже она, по крайней мере, поэтому я ее так прозвал. Ну-ка, добьем. Джастин валяется у нас, даже не будем хиляться, просто разбомбим здесь. Все, отлично, ребята, мы прошли. Соответственно, сейчас с вами забираем реворд. И будем уже идти на 10 боев. Вот в этот момент мы будем с вами искать карточки на Криса. Так, 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 да, давайте... Нет, не так. Не так, конечно же, мы это будем делать. А будем делать вот так вот. Так, давайте посмотрим. Итак, выпадает нам карточка Криса. Одна есть, это хорошо. Поехали дальше с вами. Вау, вторая. Нормуль. Ну давай, давай, давай сразу третью. Нет, не дали. Ладно, продолжаем, ребята. В любом случае мы... Вот она, третья, хорошо. Сколько мы, интересно, вообще сможем получить? Давайте-ка проверим. Пока у нас есть три. Ну, здесь повезет. Так, вот четвертая, ребята. И еще три заходика. Вот, смотрите-ка. Везет нам, ребят. Мы скоро так сможем Криса... Воу, круть. Криса прокачать, прапать. В общем, все будет замечательно у нас. Так, ну что, мы с вами выполнили эти задания, да? Так, давайте забирать реварды. Хоп, здесь забрали, здесь пройти серию испытаний. И здесь еще не все, ребята. Значит, нам нужно кого-то найти.
Вы смотрите, у меня Крис уже переплюнул Рафа. Ну что же, одну карточку. Ну давайте на Зека, фиг с ним, так уж и быть. Попробуем найти. Ну, да, достается нам, замечательно. Ну что же, теперь уже точно все у нас, ребята, выполнено. Так, карточку Рафаэля получаем. И давайте-ка зайдем с вами в магазин. Посмотрим, что у нас здесь есть. Мы можем взять карточку Майка и карточку Леа. Ну, была не была, ребята. Так уж и быть, я прикуплю это все. Так, сколько у нас здесь монеток? 107, ребята, у меня монет. Чтобы мне такого взять? Ага, вот, давай-ка продолжать ее брать. Возможно, скоро она у нас появится. Так, и по жетонам, ребята, ну тут пока еще все кисло. Еще ничего не дано. Хотя у нас что там за баксы? Вау. Давайте, ребята, ускорим это дело. Нам останется всего лишь 4 карточки найти на Рафа, и мы его приобретем. Вот так вот, ребята. Ну что, теперь я думаю, что нам надо отправляться. Ага, здесь мы можем еще пиццы себе набрать. Так, ну что, давайте, наверное, быстренько это дело пробежимся, да? Пицца, вы знаете, прекрасно нам всегда нужна. Это энергия. Быстренько сейчас пробежимся это дело. Так, здесь мы победили этого пиццелицева. Продолжаем сейчас дальше. Ну давай, 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 быстрее, мне не терпится. Сейчас, ну, да, 15 пиццы, отлично. Поехали дальше, 20 пиццы уже разыгрывается. И, естественно, на автобой. Но, ну куда ты, что ты делаешь, что ты делаешь? Все, опять он упал носом в землю. Пиццелицев-то этот. Замечательно. Так, хорошо, 20 пицц мы уже с вами выиграли. Так, давайте, 25. Ну, 25 мы тоже с вами возьмем. Мы, наверное, здесь всю ее заберем, вообще, я думаю. Никаких с этим проблем у нас не будет. Так, давай, отлично. Лео добил, как говорится. Так, следующий уже будет, наверное, 30 пицц, да, разыгрываться. Сейчас посмотрим. 25. Да, ребята, 30 и, наверное, 35. Это будет на 35 будет конец. Так, сейчас мы его опять же тут быстренько разберем. 40 уровня пиццелицы здесь у нас. Ему не жить в любом случае. Ну что ты делаешь? Ну, Раф, ну ё-моё, зачем ты так сейчас делаешь, а? Не вовремя и не кстати. Единственное, знаете, что я думаю, когда мы с вами наберем достаточно карт, например, на Рафа, на Криса, сколько мне нужно будет осколков, чтобы их прапать? Я надеюсь, у меня хватит. Не хотелось бы, конечно, потом еще встрять по этому делу и еще копить осколки. Так, все, упал он. Ну что ж, давайте последние 35 пиц заберем, наверное, да? И я думаю, что с этим делом мы покончим. Так, забираем. 35, поехали. 50 уровня, 5 звезд золотых у него. Здесь уже буду я сам рулить. Поехали. Да куда ты? Вот сейчас будет по два раза, да, бомбить? Нет, не захотел. На-ка, отлично, Лео. Давай-ка мы здесь, наверное, сделаем провокацию. Ага, Лео у нас тоже укрепился. Ну, бомбанешь? Бомбанул, Рафик, молодец. Так, давай-ка попробуем ракетами в него. Ать. Ну, немножечко отняли жизни, но все-таки. А вот то, что он понизил мне атаку, это плохо, ребята. Это очень плохо, тем более на кого? На Рафика, ребят. Ай, как-то не айс. Блин, сейчас будет бомбить. И бомбить будет жестко. Оп. Так, мы сделаем, наверное, с вами подхил. Давайте вот так вот. Это, думаю, будет оптимальненький вариант. Да хорош ты уже свою эту фигню на нас. Давайте... Еще и вот так усилимся с вами. По атаке. Ну. Теперь будем бомбить его. О, как хорошо пошло, ребят, смотрите. Ну-ка, голова завалишь? Нет, не завалил. Ты, главное, не упади у меня. Есть. Да, всю пиццу мы забрали у пиццелицева. И это очень хорошо, ребята. Заодно и опыт получаем, да? Опыт получаем или нет? Да, только куда? У нас все равно везде по максималке. Так, ладно, с этим делом мы закончили. Что у нас
по турниру. Давайте-ка смотреть, ребята. Какие уровни у нас здесь? 30, смотрю, вот здесь вот 34, 36. Давайте-ка выберем и возьмем, пожалуй, мы начнем вот с этих вот ребят. Ух, надо дальше расти. Что-то постоянно поднимаюсь, нас опять скидывают, я опять поднимаюсь, опять нас скидывают. Короче, и так до бесконечности у нас будет все это дело происходить. Давай-ка плевок. Так, Майка нужно нам уничтожить. Смотри-ка, он даже не стал свой танец делать усиливающий. Зря, зря, конечно, он это дело. Так, делается подхил от Кирбика. И мы, наверное, сделаем волну, ребят, с вами. Вот так вот. Практически все получили постепенный урон. И давайте массовый от мутагеноида. Есть. Смотри-ка, Рафик не упал. А, у него нет. Вот. Рокстеди грохнулся. Давайте добьем, наверное, Кирби. И уже Рафика. Нет, еще стоит пока. Ну-ка, плевок. Меткость понизили. Ну ладно, добиваем его. Все, отлично. Так, мы, естественно, с вами подрастаем, растем выше и выше. Так, сколько у нас? 865 мутагена мы получаем. И, вау, у меня даже уж... Да, ребята, за буквально 2 дня меня так лихо немножечко припустили в лиге. Был на 2, по-моему, или на 3 звездах. Ладно, хорошо. Надо подниматься обязательно, ребята. Так, здесь у нас... Давайте вот этих вот, наверное, возьмем. Так, и наберем команду. Стокмана. Паукуса. Так, и Карайка. Ладно, пускай будет так, ребят. Должны разобрать, должны здесь справиться. Так, Крис, Пит. Ладно, давай посмотрим, на что вы тут способны. Нам нужно уничтожить... Давайте попробуем, наверное, Криса в первую очередь. Получится, нет? Успеем? Успели. Потом, естественно, я буду Стокмана уничтожать, потому что у него тоже много массовых ударов. Это маузеров он выпускает, волну. А это, смотри-ка, снимает. А что снимает? У вас ничего там не было. Добьем или нет? Хе-хей! Бакстер валяется, ребята. А это означает, что надо нам, наверное, Питов теперь убивать. Он у нас хиллер. По-моему, он не успеет ничего сделать. Да, ребята, все. Грубо говоря, здесь победа за нами. Потому что тут только Донни и Майка. А что они сделают? Ничего. И мы их спокойненько здесь уже разбираем. Ага. Ух, еще и двойной. 2 удара сразу получил по рылу. Так. Ну, мутаген все так же по-прежнему. Позиция у нас, ребята, становится 61-я. И это хорошо. Так. Ну что ж, поехали дальше в бой. Что мы будем здесь смотреть, торчать? Так, и выберем, пожалуй, вот этих вот ребят. Смотрим. Эйприл, Шреддер. Так, подожди, у меня хватит? Раз, два, три, четыре, пять. Эх, ядреного ж, ребят, не хватит мне. Ну, давайте так пройдем. Хотя мы можем взять с вами... Вот так вот. Ну, его сразу положат. Ладно, сделаем, короче, вот так. И... Раз, два, три, четыре, пять. Да. Все, попытаемся, ребята, сделать. Так, ну-ка, погнали. Кому? Ну, естественно, ребята, они будут, наверное, пытаться забомбить моего самого слабенького персонажа. Это Крысиного Короля. Ну, может быть, мы с вами здесь все-таки умудримся устоять за счет провокации от Рахзара, хотя... Так, ладно, будем смотреть, ребята. Разбирать нам нужно в первую очередь... В принципе, и Криса надо разобрать, и Бакстера. Майк здесь у нас может сделать очищение, но он уже делал, поэтому... Эйприл тут... Ах, все-таки не успели, ребята. Контратака, и еще и хилку здесь врубает. Ну, понятно. Так, бомбим. Сейчас будет люлей получать он у меня. Оу. Но он живет. Блин, живет. Жил, елки-палки. Так, давай вот так вот попробуем. Ты посмотри мимо. Ой, защиту понизили, ребят. Так, отлично. Отлично, есть шанс. Ну-ка, когти выпускаем. Да, Криса мы подбили. Так, ну что, хиляться, я даже не знаю. Конечно, хотелось бы, но
Давай чуть-чуть, наверное, попозже. Чуть-чуть. Лишь бы он устоял. Так. Хорошо, попробуем замедлить. Да, шикарно, ребята, получается у нас. Постепенный урон. И я думаю, что мы добьем его. Да. Бакстер, короче, валяется. Ну что же, теперь давайте Эйприл добивать. Хотя можно было бы и Майки, но у него есть контрудар. Так, погоди, 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 погоди. Не надо, не надо этого делать. Все, хиляемся. Отлично, ребята. Есть шанс у нас здесь на победу в сухую. Давай еще вот так вот от Шреддера сделаем хил. Фух. Бравая команда. На, получи. Так, тебе мы вот так вот сделаем. Опа. И добивочный, наверное, нет. Шреддер сделает. Да, ребята, очень хорошо у нас здесь получилось. Мне понравилось. Ух, и еще у нас остается, ребята, на пару боев. Хотя не забываем, что у меня есть портальчики, которые делают откатик. Так что у нас еще три боя будет. Поехали. Потому что неделя, ребята, подходит к концу. Нам нужно с вами подняться повыше. И, пожалуй, вот этих вот ребят мы выберем. Набираем свою команду. В бой. Так, что это у нас такое за чувачок? Радостный. Сейчас будет плакать, ё-моё. Так, вот бомбочка пошла. Замечательно. Так, давай-ка мы, наверное... Нет, Криса, да. С вертушки мы его сейчас... Оп, положили, молодец. Так, теперь Стокмана. Лео возьмешь, нет? Малорик, красавец мой. Ох, защиту понизили. Все, ребята, можно сказать, им кранты всем. Потому что защита понижена, и что? Они не смогут защищаться, уклоняться, и, соответственно, все упадут. Да, это было предсказуемо, ребят. Ну что же, идеальная у нас победа вышла. Сейчас мы будем с вами дальше продолжать. 920, да, мутаген, ребята. Так, я должен дойти до двух звезд сегодня. Продолжить. Так, в бой. И выбираем опять же самого, вот, самого мощного. Делаем откатики. Вот так, Лео. Возьмем тигра. Все, поехали. Кто у нас здесь? Так, сплинтер, он мне никогда не нравился. По крайней мере, вражеский сплинтер. У меня его еще пока нету. И давайте его, наверное, с вертушки попробуем наказать. Ага, получилось. Так, Лео, кого бы нам... Давай вот этого вот, Ваньку. Мо, вообще красава. Ну что, понижаем защиту им всем. Карайка. Ну, это ты зря, Майк. Это тебе не поможет, поверь мне. Что ты делаешь свой отхил. Так, ну, все, ребята, шик и блеск. Что я еще могу сказать? Двигаемся опять же с вами дальше. Мы, наверное, перейдем сейчас на две звезды или нет? А ну-ка. Да, ребята, две звезды, отлично. Надо это дело закрепить, поэтому мы еще проведем с вами один бой. Так. Кто у нас тут мощный? Ну, в принципе, они все одинаковые. Давай вот с этих начнем. Делаем, естественно, откатики. Так, Лео и тигр. Слушайте, у меня такая сейчас идея в голову пришла. Может быть, нам попробовать сейчас Криса открыть? Денег вроде бы позволяет, откаты можно сделать. Сейчас, короче, посмотрим, ребят. Так, Крис нам не нужен здесь. Подожди, я в кого там? Блин, я же хотел Криса. Ну ладно, давай сейчас уберем его. Так, теперь Стокман. Защиту понизили, все, добиваем его. Ну и тут у нас Кирби и Ванька остался. Так, отхил, это бесполезно. Вау, как он тигру звезданул, больно было ему. Все, Ванечка валяется у нас и остается Кирби. Кирби сейчас тоже свое получит. Отлично. Ой, ну что же, вот как-то так. На какую мы сейчас позицию с вами перелетаем, давайте глянем. Так, 920 мутагена. И... 75-й, отлично, ребята. Так, что же я хотел? Я хотел, ребята, посмотреть кое-чего. Сколько нам не хватает? 6 карточек на Криса. Блин, это, ребята, дофига. Я знаете, что хотел сделать? Это сделать вот эти вот сбросы. Давайте сделаем. Вот так, и попробуем найти. Получится у нас или нет? Мимо. Потому что у нас еще есть пицца.
Да что такое-то, эй! Вы специально это делаете? Так, одна карточка есть. Нужно еще 5. Не вышло. Ну, давай, давай, давай. Так, отлично. Еще 4 карточки нужно. Так, 3. Сколько пиццы? Пиццы у нас хватает. Давай сделаем еще по откатику. Попытаем счастье. Ага. Еще 2 карточки Криса. И последнюю, надеюсь, у нас получится вытащить ее. Угу, конечно. Не тут-то, как говорится, было. Ну а здесь? Да ладно, вы издеваетесь сейчас надо мной, да? Да что такое-то, а? Ну-ка, последний раз. И... да, и вот он, Крис, ребята. Ну, а теперь я хотел посмотреть, сколько нужно, чтобы улучшить. 10 тысяч мутагена, всего лишь 10 тысяч мутагена. Естественно, ребята, я его раскачиваю. Вау! Первый мой, ребята, пятизвездочный герой. И смотрите-ка, у него появляется что-то новенькое. Рекламная пауза. Брэдфорд отхлебывает напитка и показывает его на камеру, помогая всей команде. Улучшает защиту союзников на 25% в течение 2 ходов. Вероятность 30% снять негативные эффекты со всех союзников. Ну, ребят, я вам скажу, что это очень круто. Я даже могу его прокачивать дальше. Ай, хорошо-то как. Так, ну, естественно, ребята, мы с вами будем как-то усилять. Но для этого нужно нам 10 ящиков с инструментами. Так, что же нам сделать? Слишком по 14 пиц тратить? Ой, не знаю, ребята. Может быть, я это займусь потом. А сейчас я, знаете, что хотел? А что, все? Брэдфорд больше не может раскачивать? Это максимальный уровень для него, что ли? Получается так? Странно. Я думал, что мы дальше можем с вами развиваться. Получается, мы только можем... Ах, вот что нужно для... Да? Сколько? 400 осколков? Да это же одуреть можно, ребят. Я вот за все время, что играю, только 125 набрал. Это жесть. Ладно, будем надеяться, что, ребята, мы с вами прокачаемся. Там много ивентов у нас проходит, где добываются эти осколки. Я надеюсь, что... потом у нас дела пойдут в гору. По крайней мере, я знаю, что до соточки и все, ребята. И дальше не надо будет искать для них карточки. Просто можно будет их вот так вот повышать. Это очень хорошо. Тынь, тынь, хрусь, хрусь и нормуль. Так, ладно, ребята. Что же нам тогда с вами замутить? Я хотел испытание посмотреть. У нас открылось... нет, не открылось почему-то. До начала... 12 часов. Так, а здесь я все сделал или нет? Мне вот это интересует. Так, 55-е уровни у нас. Кстати, можно, в принципе, ребята, вот попробовать затащить. Почему бы и нет, спрашивается, да? Так, давай-ка мы уберем этого, поставим тигра. Я думаю, что вполне должен затащить. 4 волны у нас здесь будет. Понеслась. Тут у нас крысы. Не будем мы тратить с вами суперудар. Попробуем так, да. Все у нас пока удачно получается. Они будут разбирать. Ай-яй-яй-яй-яй, тигр, ну как же так? Блин, хочется посмотреть. Ну, придержим это потом. Посмотрим. На последней волне. Если он, конечно, у нас выживет. Так. Эть. Отлично, отлично. Хорошо, красавы. Ну что же, там у нас ниндзя фуд. И нет, не упал. Вот теперь валяется. Так, двигаемся. Уворачиваются они здесь. Ага, 4 бронированных у нас здесь таракана. Ай, какая хорошо. Смотрите, ребята, а что такое? У меня Крис ходит, да, и сразу же почему-то Рафик после него. Видимо, вот этот вот значок, который как бы эхо. Это значит, призывает помощь в битву, я так понимаю. Так, ну-ка. Ох, как хорошо разбираются, ребята. С пониженной защитой-то, а? Как по маслу. Так, таракан, ты не припухли, а? Давай-ка еще бомбанем. Замечательно. Так, Лео добивает. Ну, тигр, конечно, здесь не справится, но все-таки. Так, положим? Положили. 3-я волна из 4. И здесь у нас, так, скелеты какие-то. Скелетики. Так, провокацию, я думаю, не стоит, ребята, здесь делать. А вот усилиться, я думаю, уже пора.
пора. Так, положим, нет тебя? Нет, не получилось. Тигр добьет, я надеюсь. Так, выстреливаем. Да елки ты палки, я думал, что сможем забомбить. Не тут-то было, что это он такой? Оу, елки-палки. Тигр, родной ты мой, как же мне тебя спасти-то? Даже не знаю, смогу ли я тебя... Смогу вообще-то, ребята. Вот так вот. Это был единственный вариант. Но если этот звезданет по нему еще раз... Ага, не звезданул. Так, ну положим его. Отлично. Ребят, последняя волна, четвертая у нас. И кто там у нас? Крысиный король и все вот эти вот... А вот теперь пора посмотреть, что это такое. Йоу, защиту мы себе поставили. Хорошо, поэтому давайте вот этого, наверное, попробуем бомбануть. Неплохо, пол хп отняли сразу же. Так, если Рафика успею, я поставлю ребят на провокацию. И что это такое? Бум! Да, к сожалению, тигр упал с удара. Так, замедлялочка сработала на... Ах ты, гад, а! Ты посмотри, он снимает, ребята. Ладно. Держимся, держимся с вами. Я делаю провокацию Рафиком. Все хорошо, и будем уже добивать. Так, пошел отсюда. Ну, давай ответку ему. Готов скелет. Так, наверное, мы будем... Давай этого рыцаря с тобой положим. Вот так вот. Так, ну что ты там делаешь? Ага, на всех. Ну, двоим все-таки понизил атаку. Ладно, мы еще укрепимся и будем добивать. Нет, не добили, к сожалению. Так, крысиный король, успокойся, пожалуйста. Смотри, сколько у меня тут всего висит. Готов и... Так, атаку понизили, и Крис добивает его. Отлично, ребята, прошли. Очень хорошо, жалко, конечно, что тигр упал, но он слабенький у нас, 45 уровня всего лишь. Да, никак у меня не получается его прокачать, и мы получаем с вами две карточки Рафаэля Ролевого. Да, это хорошо. Ну, здесь, наверное, уже нет смысла, ребята, воевать, 65 уровни, это очень, конечно, хорошо и очень сложно. 6 осколков можно выиграть, вы представляете, и 3 осколка золотых. Ах, соблазн такой великий. Так, а что у нас вот здесь, в этом испытании? Неужели мы дошли с вами до предела в прошлый раз? Оу, 65 уровень. Все, ребят, я прекрасно понял. А по сюжету, по сюжетной линии у нас что там, ребят, творится? Я уже не помню, давайте-ка посмотрим. 65-й, 63-й уровни. Это очень-очень жестко и больно будет. Так, хорошо, а если мы возьмем главу шестую и посмотрим... Подожди, ах, вот оно что. Мы даже первую стычку... Нет, ребята, рановато еще. Рановато нам сюда идти. А хотелось бы. Ты смотри-ка, у меня почему-то здесь не на 3 звезды, как ни странно. Ага, понял я почему. Потому что там 2 этих... Голема сразу нападают и сразу разбирают. Что же я тогда вообще могу сегодня еще сделать? Воу, я не понял. А как это так у нас получилось? Неужели по времени, ребята, у нас откат сейчас был? Ну, это получается, я хорошо так зашел. Ладно, давайте тогда сделаем то, что мы можем. Поднять уровень персонажа. Это легко. Смотри-ка, мутагеноида можем немножко прокачать. Так, это у нас будет Леонардо на этот раз. Давай поднимем тебе уровень. Так, отлично. Забираем. Так. Сразиться в 10 боях, пройдите серию испытаний. Блин, придется пройти. Только вот какую? Эту вряд ли мы с вами посилим, да, ребята? Черт подери, плохо. Так, а тут какие уровни? 58. Давайте вот здесь попробуем. Вдруг получится у нас. Так, так, отлично, в бой. Я же хотел еще в тот раз пройти и сделать сброс. Забыл, видимо, ребят. Ну что же, поехали. Так. Тут 56-й, 57-й уровни. Нормуль, ребята, у нас 60-й. Ну, кроме железной головы, которая у нас 45-го. Так, этот в провокации у нас, ну, упадет, нет? Нет, пока еще стоит. В кого? Ну, естественно, в железную голову, ребята, они стараются попадать, потому что у него очень мало здоровья. Естественно, его быстрее всего можно вывести из строя. Ну, я как-то
даже не переживаю по этому поводу. Даже не буду хилять, ребят, если честно. Пускай бомбят его. Так. Понизили ему меткость. Ну давай ты, елки-палки, уже падай. Какой-то он, да? Здоровый, жирный, мощный. Падать будешь? Упал. Так, ну что же, последняя волна у нас здесь и... Так, Рокстеди, эти ребята нам здесь не нужны, ребят. Вот что я вам скажу. Ну-ка, свертушки. Неплохо, да? Добьем? Должны, по идее. Нет. А если вот так сделаем? Готов. Шредера как не бывало. Так, пиццелицы мне тоже здесь нафиг не нужен. Так, делаем провокацию. От Лео нам нужен что? Хил. Вот что нам нужно, ребят. Так, что ж ты будешь делать-то? Ай, Раф, держись, пожалуйста, родной. Не падай раньше времени. Так, ну попробуем. Отлично, теперь делаем подхил. Вау, круто. Держись, держись. Блин, опять они мне защиту, ребята. Точнее, атаку понизили. Да что ж такое-то, не падает этот говнюк. И все, хоть ты тресни. Так, давай-ка вот так попробуем сделать. Ну, добьем мы этого работеку. Да, все, ушатали мы его. И теперь будем пиццелицу его добивать. Держись, Рафик, держись. Вот ты как молодец, круто ты ему звезданул сейчас. Падай, пиццелицей, все. И остался лишь Бибоп у нас здесь. А, держится говнюк. Все, отлично, ребята, мы прошли. Сейчас я, естественно, сделаю сброс. Потому что вы сами видели, у меня очень много персонажей погибло. И там продолжать дорожку, как говорится, эту проходить нет смысла. Так, собираем. Да, собрать и сбросить. Так, одна карточка пиццелицева нам достается. Хорошо, я не возражаю. Так, забираем. И сразиться у нас в боях. Так, получить из мутагенки. Давай заберем. Так. И, блин, жалко, конечно, что вот открыть колоду у нас не получится, ребята. А почему, в принципе, не получится? Мы же можем с вами, да, открыть колоду. Любую. Давай вот эту вот откроем. Поехали. Оу, карточка Зека нам досталась. Так, забираем. И сразиться в боях. Блин, а вот здесь, ребята, дилемма. Дилемма заключается в том, что у нас не хватает пиццы. Кого будем открывать? Рокзара или Зека? Давайте Зека искать. Тут всего лишь две попытки. Ага, достается еще карточка нам. И... пытаемся дальше найти. К сожалению, нету. Значит, будем уже искать с вами, наверное, Рокзара, да? Стоит его? Ну да, в принципе. 61 карточка. Поехали. Но. Так, вот еще нам выпал. Давай еще раз попробуем. Во, то, что нужно, ребят. Ну, ну давай, хорошо. Купим пиццы немножко. Давай потратимся. Так, Рокзарчик. Дальше продолжаем искать. Ну, нет. Не повезло, к сожалению. Так, следующий у нас кто идет? Так, тигр, он не выпадает, он чисто в паках. Давайте железную голову тогда ищем. Ну-ка. Так, выпадает, хорошо. Здесь... нет, к сожалению, мимо. Так, у нас там пиццы-то хватит, нет? Блин, да что ж такое-то, а? Что ж так не везет? Да ладно вам, вы уже издеваетесь, ребят, надо мной. Придется еще брать. Что ж делать-то? Деваться, как говорится, нам некуда, ребята. Так, нет, какие навыки? Нам не навыки нужны, нам нужно найти... Две попытки еще, да? Одна сработала. И все, ребята, мы, в принципе, сделали с вами ежедневки. О, еще одна карточка. Так, забираем, как говорится, реворд. Забрали, забрали. И достается нам еще одна карточка Рафа. Итого у нас получается что?
97. Ребята, еще 3 дня буквально, и мы с вами Рафика прокачаем дальше. То есть он у нас будет иметь 5 золотых звезд. Но для этого нам нужно подкопить, по-моему, сколько-то осколков. Да, 400 осколков. А у меня не хватит нам, ребята. Черт подери. Ай-яй-яй-яй-яй. Или подожди, или там просто... А, там же просто нужен мутаген, ребята. Да, это вот здесь уже нужны осколки. Так что все будет хорошо. Навыки. Какие навыки? Мы что-то можем... Нет, ничего не можем. Можем поднять уровень, но... К сожалению, не хватает, опять же, мутагена у нас. Так, здесь пока все, здесь все. Мы можем еще с вами сходить на одну турнирочку. Давайте сделаем это дело. Потому что у нас есть с вами откатики. Так, и это будет у нас... Давайте вот эти вот ребята. Так, Крис, Рафик, Зек, Лео и Тигренок. Отлично, погнали в бой. Ну что, паренек, давай мы с тобой разберемся. Все по стандарту. Бомбочка. Так. Подожди-ка, что у нас здесь? У нас Криса. Давайте Криса, наверное, уберем с поля боя. Так, теперь вот эта вот Майка. Опа. Ну, дальше мы делаем вот так вот. Кто-нибудь упадет, да, Лео падает. И добиваем Майка. Все, ребята, нет, давай-ка вот так вот выстрелим. Хе, победа. И мы с вами поднимаемся еще выше и становимся... Так, на каком месте? 920 мутагена. 74-е было и становится 53-е. Ах, как хорошо, ребята, замечательно. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы на этой ноте с вами будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи!